Юпитер. Ну, 2:30 по Киеву, 21 июля в Харькове. Везде кругом сплошная облачность. Абсолютно мизерная прореха в облаках. Ровно на Юпитере и Сатурне. А у Сатурна сегодня он в оппозиции. Противостояние. Сейчас я снял дубль перед этим на высоких разрешений, на высокой светочувствительности. Сейчас вот пытаюсь при низкой светочувствительности снять полосы на Юпитере. И не вижу, насколько это удачно получается. На экранчике у себя я даже вижу не только полосы, но и спутники Юпитера. Чуть-чуть его проглядывают. Насколько они будут видны, на мониторе сказать не могу. Посмотрим результат по месту. Справа просто стена облаков. Это шикарно выглядит. Сейчас уже нырнет Юпитер в эту стену. Как раз в нее движется она к нему. Так что я начал не с Юпитера, не с Сатурна, как положено. С именинника. Давшего повод выпереться. Да, полос практически не видно, зато в окуляре я вижу хорошо спутники. Ладно, уже прячется за облаками Юпитер. Пошли мы, наверное, снимем, что получится. Если попадем сейчас, да, все спрятался. Получится. О, увидел. Увидел я его, поймал, сатана золотой. Сатурн. Постараюсь побыстрее, чтобы на него облака не нашли. До Юпитера 620 миллионов километров, а вот до Сатурна юбиляра наша мощная. 1 миллиард 345 миллионов километров. И это очень далеко. Как было в одной из статей замечено, если вы сегодня, когда Юпитер Сатурн в оппозиции, то есть на ближайшем расстоянии к Земле за год с лишним, посветите на него фонариком, то свет до него дойдет через 1,5 часа. До Солнца. За 9 минут. Как это он так считал, интересно? 300 тысяч. Ой, ветер поднялся. Я как полетел, ветер поднялся. Ветер при таких 125-градных увеличениях вещь совершенно недопустима. Тут и так есть чему трясти камеру. Я, муравьи, автомобили проезжающие 100 метров. Ладушки, ну вам уже все. 21 июля 2020 год, Харьков. Получилось у нас снять в прошлом дубле МКС. Ты видишь, какая светочувствительность? Даже здания не видно. То есть очень 22:35 по Киеву. Очень сейчас ярко светятся огни. Ну, представляете, когда дома.
Я вот сейчас на них навожусь, их вообще не видать. Воды. Зато четко был виден Сатурн с кольцами и Юпитер с полосами, надеюсь.